Вітання із Вільнюса. Хочу вам представити сьогодні екскурсію, нам проведе Гражина. Здравствуйте. Жителька Вільнюса, громадянка Литви. Там театр. Альма-матер наш. Наверное, по видео не видно, видите, какие вот эти вот люстры, вот это, из-за одних люстр можно сходить, только посмотреть. Шикарно. Yeah. Здесь везде вот, люстры всередине. Вот эти вот, здесь везде вода течет, очень, ну, летом, и плюс еще подсветка да? идет. Да. Ну, дуже красиво, величезний театр. Театр чуть менше. На вулиці паде дощ. Такий досить сильний, але в мене немає парасолі, бо парасоля Гражина зустріла наш автобус, який приїхав до концертного залу, приїхав в інший район. Скільки ми приїхали кварталів? 3? 4? Скільки зупинок було? 3 зупинки тролейбусом. Приїхали в старе місто. Дякую вам, що ви прийшли. Інакше я пішла би в супермаркет, як всі наші колеги. Але хочу подивитися старе місто. Дякую. Це каже Гражина, правительство країни Литви. Засідають міністри, міністерство. О, правильно? Правильно. Тобто так. Ну и мы подходим. Начинается он от сейма. Гедиминаса. Начинается он... Я хотела бы вас туда немножко отвезти. Да. Проспект Гедиминаса. Он перед Первой мировой войной назывался проспект Георгия. Объясню потом и покажу символ его. Потом он был... Когда поляки здесь пришли в 1920 году, он стал улицей Мицкевича по дому. А потом при Советах он был проспект Ленина. Ну и теперь он уже стал Георгий. Он не российский, российский верх. Дусит дракончиком. Георгий, смотри, Георгий. Георгий Победоносец, правильно? Да. То є Юрій Змієборець і Георгій Победоносець. Проти світла не сильно так видно, але... А що будівля? Він вистояв всі власті, які... которые, да, и при Советах он стоял. Не, ну что все-таки памятка культуры. Сьогодні у Литві, Латвії, Естонії вербна, ну взагалі в Європі вербна неділя. На вулицях бабусі продають вербу там. Я потеряла. Памятник Кудирке. Кому? Сигнатару. На его слова написанный наш литовский гимн. Скоро я от вас. Ми йдемо по проспекту Гедимінаса. Сьогодні свято, вербна неділя. Прапори і прапори України. Ось тут і направо ми підемо? Ні, не так, тому там теж красиво. Там другою. Бивша Таня Лапацавка. Продали, но в принципе здесь... University of... Что там? Теперь там офисы, но тут было здание главпочтамта. Ага. Главная почта тоже, вот если ты видишь, вот, с интересными вот эти, да, оригинальные со старых времен. Ага. Бачу. У меня телефон перестает слухаться. Бо дощ паде. Я надіюсь, він не накриється, що я знімаю. Такий красивий проспект. Це що, куди ми йдемо? До храму? Можемо йти туди. Прямо, що таке? Колонами красивими. Зараз підійдемо. Кошачье кафе з настоящими кошками. Сам виловив писати. Зіздюлі, що він не пішов. кошки. Кошачье кафе? Зайти можно только по записи, поэтому не зайдем, потому что надо регистрировать. Но кошки... Можно заходити пити каву, щоб кошки тут були, да? Чекайте, это что, посетители приходят с кошками? Нет, купить? А это кошки, взятые с приюта. Была идея такая, что когда открывалось это кафе, человек взял кошек с приюта, вот они вот садятся на коленки, можешь их погладить, заказать себе кушать. Самая первая идея была такая, взять кошек, тебе понравилась кошечка, ты покушала и вышла с кошкой. Но хозяину эти кошки все настолько к сердцу прилипли, что они, а он теперь их не отдает. Эти кошки стали как символ этой кафе. Это, как правда, начинается как гид. Посмотрите налево, посмотрите направо. Нет, я завернула увагу, я стала с золотыми масками. Национальный литовский драмтеатр. Статуи, если хорошо приглядеться, комедия, трагедия и драма. Ну, тут одна смеется, другая плачет, другой как бы, наверное, различные. Комедия, трагедия и драма. Справа налево. Литовский национальный драмтеатр. Ну, если я не путаю, где-то 82 года. Кому? Театру, да. Потому что это старый театр. Академия наук. Старые тоже посмотри, лепки тоже выдержанные, не постарались так не рушить. Еще немножко дальше там будет тоже. Академия наук у нас ценится в Европе, у нас хорошие ученые и по лазерам, и даже наши, насколько знаю, некоторые растения уже были в космосе как испытаемые. Дания, но я обувной магазин. Раньше здесь был магазин, продовольственный магазин. Из него сделали так, но лепки остались. Красиво. Лепки остались с одной стороны, со второй стороны. И львы тоже. Вход в дом. Тоже оригінальні стави. У Львові багато левів, як символ міста. Сюди прапори. Колокольня. Колокольня старая, старинная, работающая. Теперь, правда, без звонарей, все на компьютерном уровне, но работающие за 6 минут, но мы пока походим и услышим. Да, и будет даже интересно, потому что 2 часа будет перебой красивый. Не знаю, есть смысл или нет заходить в кафедральный собор, потому что я по звуку слышу, что идет мша. Много людей, но я не знаю, хочешь ты их или нет. Ну, на минутку зайду, гляну. Щоб бути біля нього і не зайти. Йдемо. Верби, вербу йде з фото в храмі. Такого типу верби, це вже вільнівська традиція. Ой, клас! А яка ціна такої верби, скажіть? По 3 євро? Може я куплю собі в Україну, повезу таких квіток? На обратному путі. Ви довго ще будете? Бо ми по екскурсії ходимо. Я повезу собі і буду сидіти. По 3, по 2. Там малюсенькі. А оті великі? 5. Чи по скотіня хай на галім посидять? Ні, вам не ділять. Ага. Я буду з продавцями і скажу, мені так, красиво, ці гарні. Ну щось я візьму, таке, може не сильно кричаще. Петіння кайна? Сколько? Около по 3 спеньки здесь. Ну, подарики-то жмогу сишуся не отважались. Совсем случайно. Как случайно? Ну, думали, что они пропали. Вот когда сняли весь вот этот все обивку, оказалось, что здесь оригинальные, уже старые фрески. Ага, вот фрески, да, с называется, да? Туда можно пройти? Здесь можно пройти, но... Підемо. Ні, не зараз. Підемо. Взагалі ми дивись. Ой, а ззаді за цим зданням якась... Університет, от я хочу... Вот это за ним, я имею в виду. Да, да, да. Это университетская... похож на храм Святого Юра у Львові. Памятник кому? Памятник Гедиминасу, основателю Литвы. Ага. От него практически все началось. Вся наша история семьи. Памятник Гедиминасу, треба його сфотографувати. Дворец владык, 15-16 век, восстановлено совсем недавно. По версии историков, в этом здании приезжали все послы, короли на переговоры, на какие-то торговые связи. Ну, такое было презентационное место. Говорят, что вот эти часы, которые есть, ну, это солнечные часы, астрономические часы. Тоже из старинных записей, старинных... там да. Они были, скажем так. То есть они показывают точный час? Завжди? Да, это по солнцу. Ну, называется солнце. Теперь музей. Европейская выставка. Очень хорошая, очень слово приятное, очень шикарная выставка. Да. Львів вітає Вільнюс. Шедеври європейського живопису з Львівської національної галереї мистецтва імені Бориса Возницького. Я у Львові подивлюся. А вы были, да? Да, мы были, и ну, шикарные вещи. Насколько так, видно. Ну... Я сколько раз езжу до Львова, треба показать вам выставку. Как это выглядит машина? Ага. Ой, а там ще вийти можна? Ми підемо в ті ворота? Можемо, так. Да. Я хочу замок побачити, він зараз якраз. Замок не з тієї сторони, тебе буде лучше видно. Да. Ну, масштаб, конечно, здесь. Что такое в стиле, итальянскому стиле. Ну, 15 век, он, наверное, да, он немножко такое есть, немножко. Вот кладка, как она выглядела. Не теперешняя, а ясно. И можем подойти, подземелья у нас после Вильнюс практически очень имеет подземелья больше, по 2–3 метра, и еще есть такая версия, что от Гедиминаса с подземельями можно было дойти даже до Тракай. Подземелья настолько большие, что... Это вход в подземелье? Нет, это вход в музей. Ага. Вход в музей, и потом вот идешь, и все эти залы обходишь. Ну, это надолго, это треба отдельно 2 дня, так? Ну, в принципе, да, потому что залов очень много, экспозиций очень много. И... Красиво. Это администрация, это нам не надо. Библиотека администрации. Наша башня, символ Литвы, символ Вильнюса, даже можно так больше сказать. Но с ней есть одна проблема. Какая? Наша власть городская, одна из властей Тубрицы, да, решила, она была вся в деревьях, всегда. Ага. И эти корни держали эту башню. А сейчас теперь что, эти все деревья уничтожены. Ну, башня эта падает, потому что корневище не держит эту, ну вот эту вот они вот, видишь, вот там вот с той стороны будет, ну, видно больше, но они укрепляют, ну, да. Бачу, подсыпано шутром якимось, да? Да, да, да. Та, типа, будут как-то так удерживать. Ну, дай Боже, она еще постоит. Работающая башня с экспозицией тоже можно... Ага, я бачу, что там стекла. Можно, да, и вот там, где флаг, можно подняться и... Так на высокий замок. Ну, мы не підемо, часу дуже мало. Время мало, поэтому... Да. У нас з Гражиною, верніше, у мене тільки 2 години. Це ж ми... Через 2 години має вже бути в концертному залі. Не проти? Чи доїхати треба? Просто я хочу, щоб, знаєш, общий вид Вільнюса, щоб ти увиділа. Передушки, ну не видно. Земелья. Не то. Я в другом месте тебе покажу. Скользко, навіть. Гарно. Башня бьет. Ой, да. Раз 15 куб. Может, пустые. 15 куб. Сейчас, час 15, 2:15. Ого! Це ж мені в 3 треба бути вже там. Ну так, так я вдруг. Мало що встигаю. Гражина так цікаво мені все розказує. Я не все знімаю на камеру, бо я хочу сама ще побачити. Тому... Гражина, розкажіть про себе. Ви народилася в Литві. В Вільнюсі. Деды, прадеды мои здесь. С мамой стороны у меня польская кровь. Папа литовец. Ну, тоже там мішаніна у нього, но мама чисто полька. Так, ми йдемо вулицею. Пілес. 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 Замковая улица. От названия замка, который только что это снимал. Кладка оригинальная. Бруківка. Стара, вы маете на увазе, да, чи нова? Нет, это старая. Это выдержана старая. Міцна, ніяких пробоїн. А що це таке красива галерея? Це галерея автопортретів, писанки. Ну, тепер все вже готується до Пасхи. Нагадує мені вулицю Львова. Имели бы, конечно, время, так прошли бы все вот эти улички, но я говорю, просто маленькі. Класні. З вами цікаво, і час іде швидко. Сувенирный лав. Здесь отель вроде был всегда отелем. Дом Сикобаров. В 1916 году подписывалась акт независимости. Исторический сигнатары на мае. Оцей, да? Вот, видишь, это арка. Угу. Наверное, одни из старейших. Раньше были это университетские. Угу. Там, это театр? Нет, тоже жилые дома. Да, так само. Здесь жилые дома. Такие сучасные на старовинной улице? Да. То есть новый? Нет, они были всегда, практически, сколько я помню себя, они всегда были. Я тебе покажу. Да. Курочка и петушок. Ой, красивые такие. Лепнина. Керамичный. 35 ойру. А курочек просто сняла? Сняла. Перед... Оптика. Видишь, церквушка маленькая. Ага. Ты... Сейчас. Знаешь, кто такой Пушкин Александр Сергеевич? Ковчег. Он был прадедушка. Знаменитый Ганнибал. Ага. Вот по историческим данным в этой церкви крестили этого несчастного Ганнибала. В принципе, у нас местные, старые местные, и вот эту церковь так и называют. По альтернативной истории взагалі є куча версій, кто такий Пушкин и чи він був. Да, в принципе, как, тут история такая, что, понимаешь, вот, да. Но вот это вот церквушка, так его и называют, церковь Ганнибал. Пушкина или Ганнибалова церковь. Она работающая. Можемо зайти? Можемо глянути? Можемо і зайти. А оце, що показано, то старі? Це старий город. А це що, міст був? Міст? Розвалений, так? Ой, дощ майже закінчився. Годами. Риночки. Це вперше я себе відчуваю, як у Львові. Вона щось похоже на Львов. Тут, ні в Ризі, ні в Талліні такого відчуття не було. Більше всього на Львів похоже, навіть базаром. А це символ міста Вільнюс. Гедиминас, який ти бачила там, соснил волк, з яких-то там йшов бойов, прилег под вот эту гору и приснил железного волка, и когда он пошел к знахарям, этим знаю, которые объясняют сны, сказал, а почему кто-то, ну ему сказали, что на этом месте будет город Вильнюс. О, будь он как будто Вильнюс. Вильнюс, не Литва. О, давайте. Вот такое Вильнюс. Вот такой Вильнюс. Даю. Мы идем в храм. Это православный храм. Это православный храм. Бачу по иконам. Маленький такой, часовня. Хто буде дивитись відео і цікаво, в честь кого побудований храм Пушкіна і Ганнібала. От, все для вас. Товар не фотографируем. Церковь, пожалуйста. Не дозволено.